Приветствую вас, Алина, и я решил ответить вам в видео формате, потому что, думаю, так будет лучше вам, проще, удобнее и, надеюсь, вам понравится. Значит, отвечая на ваши вопросы по поводу вашего молодого человека, нужно сказать так, что вот именно тот факт, что мама мужчина не смогла воспитать в нем уважение к женщинам, не смогла воспитать в нем уважение к себе самому. Причем уважение здесь не нужно путать с раболепием. То есть родители – это люди, такие же люди, как и их дети. И в этом плане они равны. Но все-таки уважать как самых близких родственников их нужно. Вот мама вашего молодого человека не смогла привить это уважение. И в результате мужчина и ее сын не ценят ни того, что делает она, так как она, вероятно, все делала для него и потакала ему во всем в детстве. И, соответственно, считает, что женщина выполняет такую функцию придатка к мужчине. И все эти статьи, все эти значит, сайт, ресурсы, чаты, все это призвано лишь только для одного. Для того, чтобы потешить мужское самолюбие, для того, чтобы ощутить себя сильнее женщины. Да и, по сути, речь идет о самоутверждении. Почему так происходит? Потому что мужчина в себе не уверен. Он не уверен в себе, в принципе. И связано это, наверное, с проблемами в семье, его семьи. То есть, возможно, вот вы сказали, что он ваша от свою мать, а что у него с отцом? Если у него есть отец, нет отца, ушел отец, не ушел отец, но от этого очень сильно и много зависит поведение самого мужчины. И неуверенность в себе, ведь вы сами понимаете, что ходить на тренинги пикапа означает, что мужчина считает себя недостаточно хорошим, недостаточно сильным, недостаточно привлекательным и так далее. И вот именно неуверенность в себе, сомнение в том, что он может занять достойное положение в отношении женщины, желание не упустить своего. Плюс эгоизм, плюс, значит, вот эти вот амбиции и рождают такое отношение. Чем грозит это вам? Ну, я думаю, тут все понятно. Дело в том, что первое, женщина, у любого мужчины первая женщина – это его мама, в которой он имеет дело, с которой он вступает в отношения, его мать. И если к своей первой женщине человек испытывает определенные чувства, то есть, значит, не уважает ее, не ценит, то она делает, то логично предположить, что и к вам будет такое отношение одобрение. То есть, чем определяется его поведение к матери? Тем, что она всегда рядом с ним. Она все для него всегда делает. И он знает, она никуда от него не денется, она никуда от него не уйдет, она всегда будет с ним. То же самое мужчина, ощутив к вам, начнет себя вести примерно таким же образом. И, возможно, два варианта развития событий лично для вас. Первый вариант – это то, что у вас сработает инстинкт самосохранения, и вы даже не захотите с таким мужчиной быть вообще, потому что
априори такой ветеран, такой, знаете, традиционный мужчина советских времен, который считает, что женщина должна встречать его при полном параде, ну и так далее. А либо отстаивает свои, значит, свои права, свое достоинство, свою самостоятельность путем борьбы с ним. И борьбы какого плана? Ну, по-моему, мы с вами уже об этом говорили, что отстаивать свою самостоятельность нужно путем поддержания у мужчины тонуса. То есть, не давать ему полностью почувствовать, чтобы принадлежить ему. И тут нужно понимать, что даже если вы выйдете за него замуж, а даже если вы станете его женой, даже если вы родите ему ребенка и не одного ребенка, то важно сохранять вот это вот ощущение для него, ощущение, что вы не полностью принадлежите ему, что вы никогда не будете от него полностью зависимы, что вы всегда в случае чего, если вам что-то не понравится, вы моментально уйдете. И это необходимо мужчине донести. И вот тогда вы, в этом случае у вас есть шанс избежать реализации всего того, что мужчина хотел бы по отношению к вам. То есть, по сути дела, отведение вам строгой роли, за рамки которой вам нельзя выходить. Но есть и другая сторона вопроса. Она касается в первую очередь того, как мужчина будет реагировать на вашу самостоятельность. То есть, вот вы, допустим, не хотите полностью ему подчиняться. Это ваше право. Мужчина с этим, естественно, ничего поделать не может. Но он хочет, чтобы вы подчинялись. Он будет этого хотеть. И чем дальше, тем сильнее он будет этого хотеть, тем ближе вы к нему будете, тем он будет сильнее оказывать на вас давление, влияние. И это, безусловно, повлияет некую фрустрацию. То есть ощущение, когда человек не может что-то сделать. Он хочет чего-то сделать, но не может. И фрустрация рождает совершенно спонтанно, скажем так, реакции человека личностно на нее. Соответственно, разные типы личности реагируют на фрустрацию по-разному. Кто-то реагирует агрессивно, то есть там начинает злиться, крушить мебель, там, посуду, предметы и так далее. Кто-то наоборот реагирует пассивно, то есть впадает в апатию, в депрессию и так далее. Ну, в депрессивное состояние, правильно сказать. Кто-то стремится преуменьшить ценность того, что человек хочет. То есть вот он хочет чего-то, он не получает, он говорит, ну, не очень хотел. Но от этого, как вы, наверное, понимаете, сама фрустрация в корне не уйдет. Она будет влиять на поведение человека человеком дальше, 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 дальше. И какая бы реакция на нее ни была, вся деятельность будет направлена на устранение факта фрустрации. То есть, либо полное отдаление от источника раздражения, либо стремление все-таки достичь того, что человек хочет. И поскольку одной из реакций на фрустрацию является выполнение типовой цели, то есть человек не может сделать то, что он хочет. Он не способен этого выполнить. Но он выполняет что-то другое и позиционирует это как, изначальную цель. В итоге поведение вашего мужчины может быть достаточно неожиданным и почти во всех случаях негативным для вас, к сожалению. И если вы собираетесь с ним жить, собираетесь с ним иметь что-то общее, то нужно держать ухо востро и вести себя осторожно.
внимательно относиться к его проявлениям, к вам, к его словам по отношению к вам. И, собственно говоря, ни в коем случае не спускать на тормоза какие-то моменты, которые вам не по душе. В быту бытует мнение, что проще согласиться, чем спорить. Вот многие женщины так поступают. Они говорят, проще вот согласиться, чем доказывать свою правоту. Им объясняют, что вот. Потому что знают, что объяснение есть всегда. Ссоры, объяснение есть всегда. Объяснение отношений, нервы, там, слезы и так далее. И женщина стремится этого избежать. В итоге, избегая ссор, она теряет часть себя. Она теряет свою самостоятельность. Она становится подчиненным у мужчины. И это, вероятно, еще хуже. Ну, а тут как бы сам человек делает выбор, что ему важнее. Кому-то так действительно лучше, кому-то нет. Это решает каждый для себя. И вот вам нужно ответить на вопрос, что важно для вас. Какую линию поведения вы выберете? Избегание скандалов, избегание отстаивания своих прав ради спокойствия или отстаивание своих прав, но наличие скандалов. На этом все пока что. Надеюсь, что я вам помог немного разобраться в ситуации. Я хотел бы напомнить вам, что вы мне не поставили оценку до сих пор. И не сделали мой ответ лучше на вопрос, где я давал вам публичный ответ. Когда мы с вами разговаривали в консультации по аудиочату, вы согласились, сказали, что это сделаете, но не сделали. Вероятно, забыли. Поэтому прошу прощения, но должен вам об этом напомнить, потому что это напрямую влияет на мое продвижение на сайте. Буду благодарен, если вы поставите мне оценку, напишите пару слов и сделайте ему ответ на ваш публичный вопрос лучшим. Пока желаю вам удачи и всего доброго.